Ну вот очередное видео нам прислал Розык из селения Сухдион Гисарского района. Он сосед Хаджимирзу Карима, но овцы у него такие же великолепные, как и у многих жителей Гисарской долины, настоящие гисары. Ну, посмотрите, какие овцематки. А это все зимние пастбища. Зимние пастбища, к сведению тех, кто иногда пишет, поэтому это не зимние пастбища, потому что нет снега. Зимние пастбища, для того и зимние пастбища, чтобы находиться ближе к югу, там, где не выпадает снег и где есть сухая трава, которая может питаться вот это поголовье отары. И снег там выпадает, конечно же, но не так часто, как в горах. Это предгорье, но это на юге, ближе это к границе с Узбекистаном, в сторону Шартуза, Кабадьяна, вот там. Но опять-таки скажу, что в Таджикистане снег выпадал только один раз в этом году, за эту зиму, так скажем. И еще погоды стоят хорошие, и видим, что овцы себя чувствуют привольно. Очень даже классные овцы. Опять-таки, в этой отаре, на взгляд даже не специалиста, овцы великолепного качества, и никаких претензий к ним быть не может. Это опять-таки к вопросу о том, что мы снимаем не одну, две, три отары. Мы снимаем сотни и сотни разных отар. И снимали мы не только в Гисарском районе, мы снимали и в Шахритузе, и в Кабадьяне, и в том же Фархаре. Везде, где есть хорошее поголовье гисарских овец, мы снимаем. Но снимаем и не только хорошее поголовье. Снимаем. Нам важна вся общая картина того, что происходит с породой в Таджикистане. Мы не ездим по каким-то дворам и хозяйствам, где 2,5 хромых овец, и не снимаем овец за загородками. А вот это вот, посмотрите, шествие великолепных гисаров на вольном выпасе. Эти овцы не знают, что такое загон, не знают, что такое загородка. Вот так вот на самом деле живут гисарские овцы. И великолепно. Опять-таки пожелаем удачи и всем остальным баракат. А на прощание вот кадр снял тоже Розык, нам свою собаку. Ну вот такая вот у нее собака.